Делиться идеей о том, как быстро, дешево и крайне эффективно утеплить окна. Я думаю, многие люди часто меняют сейчас окна, и, как вы видите, на улице уже зима. Вот, нам поставили окна, остались нереальные вот такие дырки. Монтажной пеной как бы дорого, иначе не сказать. Поэтому что мы решили сделать? Смотрите, какая кися меся. Собственно говоря, это клей для гипсокартона, который у нас остался в процессе стройки. Но его можно заместить любым клеем для плитки, для чего угодно, неважно чего, просто любой клей. И в него добавить молотый бэушный шариковый пенопласт. Получается вот такая вот субстанция, которая отлично наносится, очень пластичная, очень крутая. А самое главное, на 70% она состоит из пенопласта. То есть, по сути, это та же самая монтажная пена, только еще несущая довольно неплохие технические свойства. То есть оно когда затвердеет, оно будет довольно твердое и будет хорошо и легко обрабатываться. Поэтому берите наш лайфхак и пользуйтесь им. Удачи!